Предлагаю вашему вниманию очень простой и вкусный рецепт ростбифа в горчичном маринаде. Классическое английское блюдо обязательно получится вкусным и нежным, если для него правильно выбрать мясо. Для хорошего английского ростбифа очень важно качество мяса. Оно должно быть свежим и не мороженным. Обычно это тонкий, толстый край или вырезка. Если мясо было у вас в холодильнике, достаньте его и оставьте при комнатной температуре за 2 часа до готовки. А теперь я поделюсь с вами подробным рецептом, как приготовить ростбиф по-английски. Для начала подготовьте все ингредиенты. Мясо должно быть комнатной температуры и зачищено от пленок. Приготовьте маринад. Для этого разотрите в ступке соль с черным перцем, затем добавьте оливковое масло и перемешайте.